В актовом зале 17-го лицея ученики начальной школы внимательно слушают истории о подвигах героя Советского Союза Константина Лабутина. Для ребят, увлекающихся авиамодельным спортом, командир 927-го истребительного полка – настоящий пример летного искусства. За время Великой Отечественной войны он совершил 232 боевых вылета и лично сбил 12 вражеских самолетов. Наша задача – сохранить в памяти тех людей, которые сделали нашу страну таковую. Сегодня как раз одно из таких событий, которое посвящено летчику. Здесь будут проведены соревнования, которые выявят лучших ребят. Это, в общем, квадрокоптеры. В настоящее время, в общем, это является такой насущной темой. Сразу после исторической лекции, проведенной в рамках масштабной патриотической программы, начинаются соревнования по управлению дронами. Тренер дома юного техника «Интеграл» тщательно подготавливает квадрокоптеры к полетам. Я устанавливаю новые аккумуляторные батареи в пульте управления и потом буду связывать дроны со своими определенными пультами. В соревнованиях принимают участие 15 юных пилотов. Ребята в возрасте от 8 до 13 лет сойдутся в турнире нового вида спорта под названием дрон-рейсинг. По мнению педагогов, помимо тренировки моторики движений, управление этими миниатюрными летательными аппаратами развивает мышление и повышает интерес к точным наукам. Помимо управления, мы также изучаем конструкцию дронов. Да, ребята у нас пока что действительно очень молодые, однако даже так им удается познавать все новые и новые элементы конструкции с каждым занятием. Дети прибегают на мои занятия после занятий школьных, чтобы выпустить пар, чтобы отдохнуть, чтобы наконец-то действительно получить удовольствие. Для них это не рутина, для них это развлечение. Участники турнира состязаются как в классическом управлении дрона путем джойстика, так и в формате FPV, то есть от первого лица. Пилот пользуется очками виртуальной реальности и видит окружение глазами квадрокоптера. Победителя соревнований выявляют трое судей. Задача ребят на соревнованиях – преодолеть со своим спортивным дроном определенную трассу. Вы ее можете здесь видеть. Это препятствия, всего их около 10. Оценивается судьями частота прохождения трассы, то есть не касается ли дрон препятствия, не падает ли он во время выполнения тех или иных маневров. Но второй пункт – это скорость. Егор Плосков прошел трассу на 10 баллов из 10 и вышел в лидеры соревнований. Такого результата ему помогли достичь усердные тренировки и разбор полетов с тренером. С этого года первое занятие Александр Георгиевич нам сказал, что у нас будут лекции про всякие там, про управление дрона, про аккумуляторы, про моторы, про винты. Вот когда мы это узнали, что это вперед, это добавки мощности, мы начали летать лучше. Напомним, в Химках есть собственная авиамодельная федерация спорта, а воспитанники дома юного техника «Интеграл» становятся постоянными победителями и призерами соревнований различного уровня. Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.